Два боеприпаса уничтожили взрывотехники Росгвардии. Опасные находки обнаружили жители Тюменского района и Галышмановского городского округа. И сразу вызвали экстренные службы. Выяснилось, что боеприпасы пролежали в лесу не один десяток лет. В обоих случаях специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-миллиметровые снаряды с взрывателем и следами коррозии. Они представляли опасность для жизни и здоровья людей. Боеприпасы уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.